какая же классная передача. Очень ее люблю. Очень, прям очень. Я почему-то еще люблю эту передачу. Она будет божественна. Объясняют крипер, типа рыба, все такое. Так. Я пока... Там пока дождь идет, сейчас уже ночь. Я иду спать. Ой, какое утрецо! Жена! Идешь, да, зовешь кушать? Ну, пойдем. Пойдем поедим. Жена. А, ну да, я же забыл. Че ты мне не напомнила? Мы ж мебель нафиг вынесли. Самое главное у меня осталось. Ну, почти самое главное. Компьютера у меня нет. Мы, короче, собираемся переезжать. Какой переезжать? Кого я обманываю? Мы все вещи продали. Тут сральник один остался. Кого я обманываю? И мои наши кровати. Все. Хромакей. Там телевизор остался. Все. Больше ничего нет. Выходим. Так. О, что за сундук? Пустой почему-то. Так. Вот знаете, что происходит? Вот вчера ночью, когда я смотрел телевизор, вы видели уже этот отрывок, до этого полчаса назад, опять вырубился свет. И опять врубился. Потом, после полчаса. Да, вы надоели уже. Сейчас я пойду поднимусь. Буду узнавать, что происходит. Почему выключается свет? Почему? Сейчас я пойду. Я просто берусь, ага, пойду и все узнаю. В общем, я решила идти просто так. Ну и ладно. Сейчас мы пойдем разберемся. Чё там? Ой, счетчик выключается, да выключается. Что такое? Не могу понять. То выключается. Да что такое? Что, бежим? Бежим узнавать. Что там происходит? Счетчик, все нормально. Да, я все понимаю, счетчик, все нормально. Ой. Чего? Двери нет. Вы что, издеваетесь? Вы что, дверь вынесли, что ли? А это что такое? Света на деревню нет. В этой деревне какая-то безумие происходит. Что, все снесли, что ли, нахер? Интересные люди. Так, сейчас будем ходить по домам и все узнавать. Дяденька, не знаете, кто здесь, короче, ай, ладно, не знает, он торгует здесь все равно. Сейчас я буду по всем домам ходить и узнавать, ладно. То есть вы уверяете, то, что ваша дочь выключает счетчик? Да, все так и было, я ее даже уже ругала за это. Так вот, она мешает мне. Вы куда пошли? Женщина! О, господи. Извините, я просто это... Вы женщина? Да? Это так? Ну да, все так. Уйдите. Да. Ее запирать на замок надо. Вот именно. Так что надо вообще... И там дверь... Вы знали, что в счетчике двери нет? Она ее сломала. Сколько этой дочке лет вашей? 7. И она сломала дверь, которой уже там нету, она даже не валяется там нигде. Бля, дочь, дверь снести! Да вы что? Да. Короче, не подпускайте ее, гулять не выводите. Или ставьте новые двери. Две пары. На замки ее запирайте, с вашу дочь. Все понятно? А то главное... А, и, кстати, что у вас тут происходит? Что-то у вас света нет? Отрубили, что ли, все? Да, все жители возмущены, вот и отключили. Слишком дорого. Так вот, да, не подпускайте, а то я буду приходить и ругаться на нее. Скажи ей, что я прихожу и ругаюсь. До свидания. Подождите. Гражданочка, стоять!
Стоять! Вы что убегаете от меня? У меня много дел. Да, я понимаю, у вас много дел, но подождите. Так вот, я сейчас договорю, и все, и вы уйдете. Так вот. Плохо. У меня каждые 30 минут включается свет. Вчера я смотрела спокойно телевизор, и у меня свет выключился, а потом через полчаса включился. Это вообще нормально? Нет, конечно. Вот именно, так что ругайте свою дочку, что нельзя так делать. Все, до свидания. До свидания. С ума посходили. Вообще. Что за люди? Свет пообрубали. У меня двери повыламывали. Чтоб мне новые двери поставили. Здрасте. Капец. Вообще. Жесть. Здрасте. Так, жена. Жена. Ты где? Жена. Где? Жена. Ищем жену. Мы ищем жену. А, вот ты где. Жена, стой. Стой. Я, в общем, договорился. Ты меня слушаешь? Жена, ты меня слушаешь? Я, в общем, договорился, все, ну, не знаю, будет, не будет, короче, нормально, короче, там договорился, поругал тетю. Хорошо, молодец. Она, да ее дочка себе. Оказывается, ее дочка берет и рубильниками играется. Ты-то да. А у них в деревне свет отрубили, кстати, ты знал, у них свет обрубили полностью в деревне? Нет, не знала. Обрубили, говорят, из-за того, что жители возмущаются, другие. Жена, ну подожди, куда ты идешь? У меня дела, куда? Да не такой. Ну и в душ смоталась, капец. Ну и жена, конечно, у меня. Потом договорю. Ой, все, передача это идет. Ой, вот это скандализм сегодня. Соседи был, я мокрил сегодня, да? Я даже не специально, ладно. Вы это увидели, так, в общем. Такая всем удачи, всем пока. Новые серии ждите. Я эту карту, да, я эту карту восстановил. Вот эта карта вся. Ну и как-то карта. Все это здание. Ну не все, ладно. Я чуть-чуть тут восстановил, но... Видите, да, что тут происходит? Поэтому я восстановил карту, все нормально. Будут ролики выходить с этой карты, все нормально. В общем, всем пока. С вами был Макрил. Макрил с вами был. Надеюсь, там не выйдет зомби. Жена! Ты в душе лучше вон сиди. Точнее, какого душа? У нас даже душа нет. У нас сральник один. Всем пока, ребята.